Александр Терентьев уже более 16 лет бессменный лидер партии «Справедливая Россия за правду» в Алтайском крае. И сегодня на конференции регионального отделения партийцы вновь доверили ему этот пост. Мы сегодня одна команда. Мы все граждане России. И мы сегодня все члены партии «Справедливая Россия». Вот так нам каждому нужно к этому подходить. Руководитель подвел итоги нескольких лет работы партии. Были и неудачи, и успехи, но в целом «Справедливая Россия за правду» остается действующей политической силой, главная задача которой – помогать людям и делать жизнь более справедливой. Езжу много по краю, получаю массу обращений, что-то удается помочь, что-то нет. Но ни от одного человека не слышал, что везде все хорошо. В ужасном состоянии, самое главное, это жилье наших граждан. В ужасном состоянии наша система образования. Вопросов много, а это мы, это люди, это отношение к нам, к людям. Вот с этим всем и необходимо, значит, бороться, необходимо строить. Руководитель поделился и приоритетными задачами партии на ближайшие годы. Это улучшение качества питания в школьных столовых, повышение стипендий студентам, увеличение льгот многодетным семьям. Планируют помогать и мобилизованным, а также их семьям. Для этого партия уже создала волонтерскую организацию. Акцент сделают и на усиление партийной структуры в Алтайском крае. Особое внимание будет уделяться крупнейшим городам региона – Барнаулу, Бийску и Рубцовску. Помимо этого, справоросы уже активно ведут подготовку к следующему крупному политическому событию – выборам губернатора в 2023 году. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.